поехали сегодня. У нас что, закрытие месяца, да? 31 октября. Вот, может, что-то и найдем, но пока ребята в серьезной горке скользкие находили. Барсик не, конечно, влетает на полном приводе, на заднем вот не совсем влетает. Жень, давай маленько сам еще раз по двигателю пробежимся по раме. Что там у тебя в основе? ГАЗ-66 шасси. Мосты тоже ГАЗ-66. Раздатка 66-го, а двигатель 245-й дизель. Получается, кто знает, это на белорусы, на бычки ставили такие. И коробка зиловская стоит. Вот как бы так. Ага. Ну и резина, понятно, да, Я-170. Ты, знаешь, вообще космический денег стоит. Ты давно ее достал, эту резину-то? Давно да. На тебя? По колхозам везде мотался, ездил, и еще у некоторых в запасе были. А смотрите, это те люди, которые вовремя тему прошарили и остатки выгребли из колхозов. Домой утащили.